с площадью подсолнечника 860 гектар. Мы отказались сейчас от междурядной обработки и перешли на обработку химпрополкой. Применяем второй год препарат Листьяга, который показывает довольно-таки хорошие результаты. Это однокомпонентный гербицид, который меньше оказывает последействия на почву и на растения в дальнейшем. Основные сорняки, которые мы проконтролировали на этом поле продуктом Листьяга, как раз таки здесь представлены. Бодяг полевой, роса куриная, марь белая, венок полевой. Работа препарата видна хорошо. Поле на данный момент чистое. Обработка была месяц назад. Рабочий расход жидкости 150 литров на гектар. Мы видим на необработанном участке, что растения подсолнечника полностью подавлены, не развиваются. В сравнении с нормальными растениями это выглядит примерно вот так. Более чистый гербицид, побочных эффектов меньше. Мы работаем Листьяга уже второй сезон. До этого работали другими препаратами, дженериками. Вроде бы выигрывая на первых порах при покупке финансово. В итоге мы финансово проигрываем. Поэтому мы перешли на препарат Листьяга. Чтобы оценить работу продукта, в данном случае Листьяга, надо найти на поле необработанный участок, так называемый огрех. Вот мы сейчас как раз таки нашли такое место, и мы видим, что на необработанном этом участке растения подсолнечника практически подавлены. Если бы обработки гербицидом не было бы, растения абсолютно не развивались бы, мы ничего здесь не получили. В структуру посевных площадей уже на следующий год, где применяем Листьяга, мы направляем на пары, затем на посев следующего года проса и кукурузы. На протяжении последних лет урожайность у нас варьирует самая минимальная от 25 центнер 30-35. С применением этих препаратов урожайность была бы наполовину меньше. Я хочу сказать, что компания «Сингента» и представитель, вот Сергей Иванович, рядышком со мной, я его за плечо обнимаю, в любое время звонок, и ночью я звоню, и в выходные. Сергей Иванович 30-40 минут, максимум час он в моем хозяйстве. Он желанный человек в нашем районе, да и в других районах, его все знают. Поэтому я работу компании «Сингента» в лице Сергея Ивановича оцениваю на 10 баллов. Сейчас. Спасибо большое, молодец. Так держать.